Название «Сокол Джура» связано с историей Украины. Джурами называли юных воспитанников-казачат, которые были оруженосцами опытных казаков. Воспитывали их в строгости и часто устраивали испытания. По этому подобию проводится и всеукраинская детско-юношеская военно-патриотическая игра «Сокол Джура». Право проявить свои моральные и физические качества добивались многие ребята, но школьные команды, участники городских соревнований, формировались из самых лучших. Соревнования проходили на территории школы номер 9 в несколько этапов. В состав каждой команды входило 11 человек. Программа игры включала 6 видов состязаний. Первое – строевая подготовка. Второй вид – перетягивание каната, где давалось 3 попытки. Побеждала команда, которая была сильнее в 2 попытках из 3 или в 2 подряд. Спасатель – вид состязаний, в которых участвовали 2 представителя команды. Ребята оказывали первую доврачебную помощь, проводили учебные спасательные работы и отвечали на вопросы по теории. 2 представителя каждой команды, естественно, самые меткие, проходили этап стрельба. Тяжелым физическим испытанием было преодоление туристско-спортивной полосы препятствий. Ее проходили 6 представителей команды, в том числе и девчонки. Ребята преодолевали заболоченную местность, переправляли способом маятник, изготавливали из подручных средств носилки для пострадавшего, по-пластунски преодолевали коридор с ограниченной высотой и дружно финишировали гусиным шагом. Конкурс, который на украинском языке звучит как «табурування», предполагал установку палатки, организацию костра, причем с учетом природоохранных и противопожарных норм и обустройства лагерного быта. На некоторое время школьный двор превратился в настоящий палаточный городок. Каждая школа хорошо проявила себя в выполнении какого-то из заданий. На торжественном награждении, которое проходило во дворе школы номер 9, прозвучали имена представителей буквально всех школ. Однако первое общекомандное место завоевала по праву школа номер 6, на втором месте школа номер 9, на третьем – настоящие казачата, представители школы номер 4. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».